Всем здравствуйте! Недавно снимал видео, в котором были персики. Я хочу показать вам саженец, который выкопал для соседа. Он выше меня ростом. Вот такая вот корневая система. Такая. Опа. Такой вот саженец. Вообще красавчик. Конечно, желательно обрезать его наполовину после посадки и укоротить вот эти все ветки, чтобы дерево лучше прижилось. Вот так вот. Не хочет оно стоять. Вот такой вот персик. Персик этот был привит прошлым летом методом окулировки. Этой весной я сделал обрезку над почкой. Вот здесь, по-моему, даже снимал видео. Если есть видео, ссылки дам в описании. Точнее, в конце, в конечных заставках будут ссылки. И вот за сезон вот так вот дерево персика выглядит. Вот такое вот дерево. Очень хороший результат. Подвой дикий горький миндаль. Такой вот корень. Видите? На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.